рассада пиона древовидного White Weave Black Eye, сорт листопадного кустарника, обильно цветущего эффектными цветами с темно-фиолетовыми стрелками на лепестках. Основание соцветий как будто сбрызнуто сиреневыми чернилами. Взрослое растение довольно высокое, до 1,5 метра, представляет собой раскидистый кустарник. Прочные побеги усеяны декоративной ажурной листвой, которая держится до поздней осени. Сорт хорошо размножается делением, черенкованием и завязывает семена. Особенности посадки пиона White Weave Black Eye. Идеальное место – солнечный участок с сублинистой дренированной и питательной почвой. Расстояние между растениями не должно быть меньше 1 метра. Корни не переносят грунтовых вод. Пион древовидный белый с черным глазом – это травянистый высотой 70-80 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.